Это нам. Что за поправочки? Конституция. Да там даже не поправки, там приказ выпускают. Знаешь, нужно будет без него справиться. А в чью конституцию? В какой стране? В обоих, блядь. А в Украине сейчас на в 19 часов, да, типа, ну сейчас меньше, правильно? Ну, плюс 4, по-моему, ну. Как минус 4? Какой минус 4? 19. 15, минус 1. В Украине разве не московская, нет? Сори, это у меня плюс 4, это я просто под себя наебал. Пока еще нет. Максик, ну бля. Ну как не сдержался. Ну сука. Там сегодня, блядь, уже доллара не купить там в стране, блядь. Доллар резко по 3, блин. Блять, вчера доллар 2.66, сегодня 3, нахуй, я, блядь, прорнул, нахуй, пиздец. Ну, благо у меня все в долларах, конечно, но, сука, не на карте, блядь, долларовой. Сука, я не знаю, надо ехать. А, смотри сейчас, блядь, твоя карта, нахуй. Заблокируется. Заблокируется резко, нахуй. Ты бы лучше снял, бы лучше. Я уже, я тебе скажу честно, я уже со всех карт бабки снял, нахуй. Со всех, вы его знаете. А ты идешь или нет, я не понял. Да иду, блять, у меня ебаное обновление скачивается. Я ж не заходил до них. Не знаю, завтра, надеюсь, я сниму эти деньги, блять. Потому что пиздец. У меня друзья только собрались квартиру покупать, блядь, за этот вот, за евро. Ну, там, чуть на 2 года рассрочка в евро, блядь. Уже не хотят. Уже не хотят, наверное, блядь. То ли еще будет, да? Ну, да. Так. Включаю VPN. И почему-то совсем не хочет ничего включаться. Нахуя? Не лагает. Ты видел? Мой демлевел фест. Твой демлевел слабее моего. Ясно, донатер, нахуй. Какой? 258 миллиях. Ясно, зачем деньги снимались. В смысле, блядь, это не у меня, нахуй. Банулся, что ли? Я в эту, блядь, игру, нахуй, на Steam Mount'а, блядь, то мне, нахуй, жаба душила, блядь. 2К дал. Да ладно, всего на один больше, чем у меня. Какой там левел? Это все, что я задумал. Какой там это левел? 258, блядь. Какой, блядь? 258. Это у Яши такой? У меня 257. Шибанутый там, нахуй, задрутый, блядь. Я думал, я тут папа, блядь, все этим левела, а они там что-то. С ума сошли, что ли? Да ты, блядь, откисай, нахуй, ты, блядь, понятно, ты там нахуй... Понятно, просто пиздил печенье, сидит радостный, довольный. Так подождите, блядь, что за хуйня, а? Скинул мой великий шмот. Почему, блядь, ДТЛ слетел, блядь? Давай ты как-то, блядь, пошустрее немножко. Я зашел, но у меня ДТЛ слетел, давай. Я там шкаф поставил, что мой, типа. Сам летел. Локи охуели, ну. Давай мне, пать. Тебе давал, пать. Синки, баш, шкаф. Там шкаф Смотри. Должен быть в инсте. Я вылетел за осколки просто. Сначала суммоним самый большой там левел. Он уже в инсте. Я сам пришел.
Ладно, хватит, 25 в кубке, хватит. В эфире на Анубис пила пойдет. Угу. Это снова ДПС на метапе. Напоминаю, у нас 3 бопа все будет. Да, тремя нормально. За замену, Настя, Рин, допишите в ЛС, Настя. А чё это? Нормально. А, подожди, у нас 4 бопа, я забыл, что кнопка зашла. Забыл, блядь. Думал, его не будет. Кнопка принимаем. Даже мы без воли. Сейчас добегу, квест, да, приму. Что? 100 баксов. $100 или 300 рублей? Ну, я тебе перевожу сразу, на выбор. А хаку был у нас? Ты мне. Вчера зашел. Гиду. Ну, слушай, у нас состав хороший, блядь. Одного лока в демона спекаешь, блядь. И все, и прям песня. И одного этого, друида можно на это. Это яблочко, ебани столик, пожалуйста. А, ну только второго танка не хватает. Можно второго танка завести, блядь. Кстати, Дим, а Акселич, он... В армии, блядь. Ну, я спрашиваю. Да, Мирай будет второй танк, нахуй. И потому он что с ДКшники, России, блядь. Кроме танка, нахуй. Кроме танка, не люди, нахуй. Не играбельные, блядь. Говорю, Мирай будет второй танк, потому что ДКшники, ДД, не играбельные. Я холичу. Блять, да что, мне с Мираем так чуть-чуть? Да что-то такое, блять. Серый, раздай, пожалуйста, эти, блять, АП-фласки. Блять, надо будет, кстати, закупить их, я все забываю. И Володя, СПД и сапроты. Ромбики полумесяц по стрелометке. Полумесяц СПД, сапроты и ромб АП-фласки. Сейчас, секунду. Настроение. А, все, доигрались нахуй. Да, Шальза прилетела. ББ сервер. Фласку откатила, сука. Ну не дюпнул уже. И левел не проблема, когда его нет. У тебя под ногами он там должен подписан быть, но его там нет. С другого серва заскридил. Это играл кто-то в Stalker OP2? Какой-нибудь там 2-1, 2-2. Да. А что там, они что-то писали там на Сирусе, Дискорде. Проблема какая-то, мы знаем. Это что за проблема была, кто знает? Что серваки падают или что? Ну, пал сервер, и там лежал он очень долго. Угу. Серваки-то у них где, блядь? В Лондоне же, где? Опять скажут провайдер. В России Серега стоят.
Кто поставил эту хуйню, нахуй, я не понял, блядь, на заставку в этом дискорде? Мы голосовали, Кирилл. Не, аниме точно нахуй стоять не будет, сейчас я уберу, блядь. Так мы голосовали. Ужас какой, ужас. Ваше голосование аннулировано. Сколько у вас анимешников вообще? Серийный бешеный. Я. Ну ты, я под расстрел нахуй. Ты что ли ставишь? Я не ставил, мне старое больше нравится. Давай, туда негра, блядь, трансгендера такого, блядь, чтоб нормально было. Бля, это причем? Бля, чел, недалекий негр, трансгендер, аниме, бля, что? Не, я не шарю просто, ну так пиздану. Не повезло, бля. Ты шаришь почти в нужном направлении. Ну. Волосатого еще самое главное. Это Феникс, поставь тогда ту аватарку, которую чувак скинул. Не, он аватарка на ютубе есть. Там челик в каком-то 15-м году меня прифотошопил, короче, к трейлеру, к постеру какого-то фильма, там, где этот Шварценеггер был, и он там стоит, типа, за шестистволкой этой, блядь. И там надпись такая «Возвращение героя», блядь. И он меня туда вставил, блядь, картинку. И другого РЛа, короче, мордочку вставил рядом. Блядь, хох. До сих пор на ютубе у меня. А есть сэмпл сверчков у кого-то? Что это такое? Да так. Нет. Короче, блядь, вот такая история, блядь. Играю в сталкер, блядь. Прихожу в лабораторию, блядь. Ну там надо куда-то спуститься вниз, и там досками закрытый проход. Я в них... Кирюха, блядь, за стенкой или что? Нет, я в них стреляю, блядь. Они не ломаются, нихуя. Чё, блядь? И, короче, блядь, открываю форум. Там челики пишут, Shift-F надо нажать, короче. Я полчаса, блядь, доски стрелял. Cool story, Bob. Вроде включили. У меня критует. Зашло. Когда критует. Это хорошо, когда критует. Ну, криты, в смысле, там в два раза когда больше. По тебе критует не очень. А, ну когда по тебе, ну это устойчивость надо собирать. Мы ПВЕшники, какая устойчивость. А, ну кап дефа. Кап дефа, да. Я не так танк. В ПВЕ рез работает. Сука, ну тогда ЖВ нажимай. Ты скажи, не вар. Я не вар, да. Ну тогда этот ложный выпад. Нажал. Ускользание. Ванишь, кош, покинуть тело. Баночку на ХП. И покинуть камешек. Тело. И все равно покинуть тело. Ну стандартная правильно ротация. Все равно покинуть. Стандартная ротация. А чё, макрос есть на покинуть тело? Скрипти, подми, скобочка открыта, скобочка закрыта. Заходите все быстро. Так, авторизация. О, все, вроде грузит. Блять, у меня как-то голову Мимирона откатило. Какой-то откат был на циркуле, два дня откатило. И там голова Мимирона у меня была, и сука откатила. Как зашли, так и вышли. А, да. Чё, опять диско? Опять Мимирона. Кто вас жался, блядь? Так, у меня там фото заработало. Тихо, давайте разворачиваться с этим на магик. Мне кажется, что пока будет дисковать, мы просто пробьем больше. Давай сначала магика закроем, блядь, потом, когда уже магик теперь, зайдем на это. Как ты думаешь? Да я думаю, должен отпустить, блядь. Два раза, ну и так уж диск. Кирилл, все равно весь день такое. Я в сети был магом, ходил. Падает, пока дается. Ну пошлите, мы пошлите маги, Катарин. Эти маги, ну что? Будешь себе 50 на 50 проебать.
Аж лучше. Не впервой. Блять, я в рейде, какие 50 на 50. Ладно, хисера нету. Можно было. Так, не-не, хисера нет, поэтому 50 на 50. В смысле, зато я есть. Доля есть. Это что, руинер, что ли? Доля дважды был. Я бы с удовольствием ушел. Доля одной фразы может сделать так, чтобы вайб был бы. Просто отлика. А Зерона может стать одной фразой. О, не Зерона, а Хисера может одной стать. О, блядь, короче, идите нахуй. Не могу. Доля, давай ты не будешь говорить об этом. Я говорю, Хисера одной фразы развалил мой статик и даже не извинился. Так он ничего не сказал, алло, фрик. Красава. Сказал то же самое, что и я. Да ты сказал, что стак совы на метке, ой, блядь, баф совы на меткости ШП не стакуется. И вот что мы сказали, и все, успокойся, пожалуйста. Да я ему тоже об этом сказал, но чел начал свою линию гнуть. Челы просто ливнули. Да они сказали, что стакуются, да, и ливнули. Да, ну типа да. Ну надо было написать хэштег «Голбоёб», добавить в ЧС. И искать новых людей. Этот человек в нашей гильдии, и этот человек ходит в первый рейд на Илейме. Он СФ ему. Его аргумент был, ну, бля, типа в 25-ке я не промахиваюсь, а в 10-ке промахиваюсь, как так? Вот. Ну, есть такие вещи, как, допустим, промахнулся тогда, когда баф не повешала или сова, или ШП не начал бить. Может же такое быть. У него капа меткости нету, чела. А, ну может и нету, но... Да, у него нет капа меткости. А лемы сколько собирают? 11? Или сколько? Именно. А если у них талант есть, то 11. Либо 10, если... А, дренейш уже не дают. 11. Либо 14, если нет таланта. У совы вообще 10, блядь. Подожди. Или 11? 10. 10. Ну, в основном план 3 дает. Типа процент. У совы, короче, там 4, блядь, процента и потом 3 процента. Получается 10 надо собрать. Забей, ты играешь на Сирусе, запомни всегда. Забудь о всех, собери свой кап, это главное. Ну, это я согласен с этим, потому что хуй знает, будут там дрины и хуйны и вот эти все. Да, и могут быть все, но они могут не делать нихуя. Ну, то, что сова ШПшник. Это обычное дело. 3% дают, это важная тема. Ну, вот если бы они стакались... Да ну, блядь, ну ебать. Еще бы та булька зелья стакалась, которая там сколько, 40 сапрота дает, да, на 2 минуты или сколько там, блядь. Так вообще бы, блядь, ту картинку помните, где мужик-то со стула упал, блядь. Сейчас скину, может, если не потерялось. Только там будет про товаров, блядь. Мой мем. Скинул в чат. Что там? О, вроде пускает. Да кто вы такие, что вас пускает? Мы? Мы 47 родинов. Давайте на маленький стрим.
Бля, выкатывайте щит бунта. Хочется еще дурачок, потом дурачок заскринит на тебя, пожалуется, и Пэл будешь сидеть в мутинах. Да, похуй. Не паня, как говорится, да. Ешь, батя, что ты там задонатил, нахуй? Можно информацию? Я ничего не донил уже давно. Ты, блядь, что там, нахуй? Маму проверил там, нет, блядь? Жива, здорово, все нормально у нее? Что не донишь, блядь? Не понял. Ну, как говорится, ну, как говорят, типа, если везет, ясно. Там, типа, ты маму проверь, там, жива. Школьник там, про мам шутит. Да. Дожили. А ты что, там мультик теперь, блядь, нет? Да какой нахуй мультик, когда ну, я два мультик? Даггера у тебя же есть, блядь, смалчено. Хуя себе, два топора 258-х есть, нахуй мне даггеры. А, да? А, хаку нету проходки? Есть. На следующий. Смысла нету. Так мы же байерили его, нет? На проходку. Ага, хуй на не. Фенрира и Филинтрас. Ой, бля. Блять, как у этого, блять, нету. И ВК закрытого. Блять, мы его вытащили из ВВП. Гильды. Чего ты ожидал? Синк, давай. Да. Должны были, нахуй. Блять, ты сразу сказать не мог, нахуй? Пошли обратно в ВК, нахуй. Пиздец. Бля, ВК сейчас прям честно. Ну все, Бороун, смотри на меня, смотри. Хуй его. А, на похуй. Давай посмотрим, надо на 2 челодового маловека, блять. Блять, почему постоянно приходится перезаходить? Почему? Потому что сервер падает, поэтому приходится перезаходить. Не, я не буду. Второй рейд пускай. Когда осматриваешь чувака, типа, блять, почему-то постоянно пропадают шмотки. Да везде так. Чё ты за... Да блять. Ваня, жди тогда хаку. Его там, блять. Ну, я так то понимаю, есть, когда типа... ты осматриваешь таланты мага, он у тебя становится протопа один, тебя не смущает это, да? Ну, такое бывает, да. Типа, ебать, откуда такой шмот, ты, бля? Ты чё, блядь, мёртвый там? Он просто не кастер, поэтому есть шмот. Нихуя. Ты же у меня не получается, блядь, набрать будет. Не ловится. Хакупокс, жди тогда его к. Реслин, Фуриона, Чуал там. Давайте смолимся быстрее. Поехали, хил. Да дай хил выпить. Рисуй, приведи, трэш. Бля, Барлон, верни селедку. Тебя не видно без селедки. Оп. Yeah.
Смотрите на пол на меня. Номера я что напулил, я, блин. Или вы все видите? Я все не вижу, блядь. Кто-то должен дамажить? Это явно дебирай. Аборигеночная душа, две дави. Т4. Это не я, это Т4. Что ты скажешь, что хит дикей вообще не может. Он все миссует смысл. Да, блять, это Сирус нахуй, типа забей на. Пох, на хит. Что мне, блять, на танка 17% собираешь? Нет. Забей хуй. 14. С бесконечным рунником, ну, блядь, смысла, конечно, мало. На ТПС влияет очень мало, блядь, когда на ковре 10. По сути, еще только по морозе надо не промахнуться там, все, блядь, на драконах, чтобы рейд не сдуло, и все. Метки расставляю, блядь, Ваня. Дай ассистов. На рыбу лучше пока поставь, пускай хавает. И столик дайте еще, это исчезла рыба. Так, короче, трипл твой крест будет. Синг, твои трусы. Нет, твоя печенька, синг. Мой ромбик. Ридига, звездочку понажимаешь. Да, ты крест. И Вайт Фьюри, трусы. СС, ФС, Борланд, Синг-Син, Чувава и Трипл на Уриону. Первый танчу я, второй Чувава, третий Урион. Рисли на трэш, как обычно. По кому я даю? По мне. Рыбу хавать и фулбаф быстрее. А что по фласке? Фласки, ну, блядь. АП фласки, ромб. СПД фласки. Полумесяц. Синг, чувак, сэс. Тихий, сэр. Пропал. СПД бьет хилы. Хилы пьют СПД. Возьмите у коста, я на кресту. Аяша, ромб, трусы Мирай, Куриал на звезде и на кружочки, кто там, пресекью, он в футбольке, ботычки, все. Давайте, чек на пол. На что ты меня начал надеешь? Ты на ромбике. Что там, Настя на феррах? Да, Настя на феррах. Все, все тут поехали, блядь. Не хочу постоянно, давайте быстрее. Я же тебя на трэш, да, тебе? Похуй на переход. Я не услышал, да, чё? На босс. 2 минуты до активации. Сколько стерей, когда? 3? По-моему, 3. Давай, одноклассник. Умираю, блядь. Ты на выпускном будешь говорить 4 секунды, нахуй. Когда тебя, блядь, спросят, давай сразу. Касты тикать. Ва. Блять, кто сбивает моему чуваку?
Стоп, ой, мы черепу дали больше. Успеем добить, к сожалению. На исходном станете. Блять, духи пропали, печально нахуй. Закиньте зерони, Инер друид. Не надо, я эльф бездны, у меня моновек бешеный. Поздно. Мне 500 МП 5, просто от раз. Веру, давай. Веру, шаман, блять. How long time, подожди. Чего? А на русский переведи, пожалуйста. How long пока занят, наливаю, отстань. Он что, блядь, язык выучил, блядь, какой-то нахуй за пару дней, но... Русский. Да это не русский. Это похоже. Ну, учится еще, чувак. Это какой-то монголо-татарский, блядь. Приготовься. Блядь, а фласку я забыл. Типичный Кирюха. Бывает. Кубы быстрее. Все, вижу, все нажали. Отжали кубы, босс убил. Убери, пожалуйста, босс. Да? Все. Мария Ивановича, ну какие изблинять. Подводи босса вниз. Пусть там кончу. Реслин твой первый стан. По УЕ дали по обесу. Давай, Реслин, остынь. Все, отлично, босс тебе драться, нет? Готовилась. Где у меня выпражнение? Быстрее, звезда, трусы, все отлично, босс, бейте. Я ждал остальных, может, там не подводи, начали. Подводи, босс. Угу. Яша, твой первый, сбиваешь косты. Мирая, твой второй. Печенька. Пьюсиклю, твой третий. Конрад. Сбиваешь косты. И кто там хурики у нас? Риона, твой четвертый без меня. Риона на танке, Донскей. А, блять, этот. Кто там у нас? Еще на. Донзек. А, он в армсе, блять. Мирая. Мирая, твой без меня. Донзек по кикетки. Больше по архимандам дайте. Быстрее убили архиманду. Быстрее.
до кубов. Наклади босс. Веди босс. Гитаристы, деловерищи. Кубы прожали. Быстрее кубы прожали. Блять, все отлично, нажали кубы. Босс убейте. Вот этого звезду Настя Феряй по звезде все сыграем. Милики, РДД, все в звезду быстрее. Стан дай теперь. Блять. Смотрите, миличники, только не подбегайте к гитаристам, которые Рислин Даймос икрон. Уриона сейчас ты таунтишь. Отойдите от волн, не стоит. Следующую звезду грибни, умираем. Настя Феряй звезду по звезде играть. Дай из баб. Серый, ты следующую таунтишь. Я грибну. Следующую звезду. Ну, можешь этого черри, похуй, что-нибудь гриб. Грибнул. Все, по черепу сыграли. Добиваем черри, ой, как звезду быстрее. Все, милики, бейте босса после того, как добьете. РДД по звезде последний сыграли. Все РДД в звезду. Все РДД в звезду, милики по бабу. Сколько там процентов? 56, блин, все, ладно, один по рукам побегу. Давайте РДД активнее, быстрее минимум. Еще один портал. По боссу трубку сыграем. Бесы? Бесы, отлично. По боссу пока играем. А, блять, кубы прожали, нахуй. Кубы быстрее. Все, отлично, отпустили. Еще по боссу гнали трубку. Все, стопнули по боссу, не бьем, стопнули, не бьем. Тут стопнули, ждем, 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 ждем. Отводи босса туда, Кристо, блин, дальше. Все, по бесам поехали, похуй, там не вышли, еще все, поебать, там два беса осталось. Сыграли по бесам. Арисин, давай мы стан. Ну? Выбивается Настя Мастан, да? Все отлично. Все, боссы по кресту все ближе передвигайтесь. Боссу там ударьте немножко. И все в дверям. Все, в дверя, в двери все быстрее. Давай, это 4 аресты. Ну, Риона, точнее. Риона, точнее. Старк, дай, все, раб, вышли, рассосались. Напротив луч не стойте, напоминаю. А я пропой гимн там. Зеро. Уриона сейчас ты. Давай. Ребаф на себя. Вары ребаф дали быстрее. А кто после Куриона тайнс? Серый. У вас сюда расслужил или серый проебал? Кремь не хватало хп. Нет, на фуле. Нет. А, пистолет тебе въебал. Опа, Куриона. Вставай, ребав ДК. По ДК ребав, знаете.
Альфреда с поглю залей. Лей-лей, не жалей. Карточку дайте, пожалуйста. Ух, ебать, чуть не сдохну. Как же его долго бить? Да ничего, как-то с пазами, блядь, типа прикольно, что ли. Мне интересно, у Джайны будет 100 лямов или они 200 лупанут? Ну, 200 перебудут. Для Сируса, мне кажется, это нормально. Они тут на X4 нихуёвые такие эксперименты с ХП делают. Я заметил. Поэтому я бы ничего не выиграл. А плюс отказывайтесь, эти мешки... Ой, не, это можете не видеть в сумку. Дайте по боссу ДПС. Желательно развернуть, чтобы всех видно было. Опа. Скажите, как ренегату быстро до Кражана доехать? Квест ебаный взять. Доля, блядь, что за хуйню ты, блядь, линканул? Ой, блядь, я сказать. Сусет, поставь каминар порт, плиз. А что это за хуйня, что ты инканулся? Да, ибо не в каминар. Это фиаско, нахуй. А где он? Сусет. Батлинкан происходит. Это по боссу чисто, да? Да. 7-9-7-4. Ты наверху? Вы поднимались наверх, сосед? Сосед. Ну, не стечь. Блядь. Порт поставим? У меня ренегат. Так у тебя же по грибар должен быть порт все равно, даже ренегатом. А там меня не отпиздят? Мирою, не обижайся. Ага, я понял, ладно. Короче, как доехать до туда? Пойду поищу, короче. Через. Там порталы же должны быть вот эти вот, блядь. Крем за предельный. Ебать вырылил, ебать вырылил мешочек, нахуй. Кто угадает, что в нем было, нахуй? Две ящики. Два зеленых. Почему два, нахуй? Потому что два. Потому что две яшмы. Одна яшма, ебать, нахуй. Просто одна яшма, блядь. Да ты поднес и 15 золотых. Ну, блядь. Я в прошлый раз вырылил, так два сердоля выпало. Опять дисконт на ней, блядь, подлагало на секунду.
А сколько там жетонов стоят Т4 куски, кто помнит? 280 и 200. Ой, блядь, только давайте, да, кстати, по-быстрому, мне что-то завтра так рано вставать, что просто пиздец. Вроде это не совсем от нас зависит. Мирай, блядь, если мы выпанемся больше двух раз на королях и груле, блядь, вместе взятые, нахуй, ты получаешь срез, блядь, минус 60% ипана. Все, поехали. Чего ты сказал, если мы выпьемся на королях? Подожди, шмотный, говоришь, нет, сейчас целка скоро открывается. Ну, Мира, я тебя понял. 60%, да? Я череп успеваю. Так, 4, 8, 16. 16 минус 40 сколько будет? Минус 36, косарей. 26к получается. Минус 26 тысяч получается. Почему заранее? Полищи-то умер. Откуда у него столько ЕП, блядь? Он, блядь, копит нахуй и нихуя не берет этот пиздец. Да. Он нихуя не этот не лутает. Вообще нихуя. Блядь, чел, нахуй. Можно есть... полутать шмотки, блядь? Я тут планирую, блядь, топ-1 ЕП быть нахуй через пару недель. А Макс, нихуя. Как вообще у вас ЕП ГП, блядь, работать? Я заебался, третий раз уже новый качаю. В смысле? Вот это вот от мата. Ну там версии ебануты, там реально в интернете только одна рабочая на Сирусе версия. Я как скачал и по ГП 2 года назад, до сих пор работает. Угу. Вот заново лучше не качай. Не оставил я по ГП до этого, всегда все работало. Сейчас нахуй после последней это обновы, все Танщит перестало работать. Арислин, Уриона, Чивава. Все 4 в танках стоимся. Серега, как обычно. Хиклер король. Арислин, как обычно, Волма, я крошу после погоды. Блять. Уриона ты натроишь. Лучше бы ты танчил, нахуй. Да, да. Рассекающий удар, ты, блядь, подъебало, подлез. Он сорвался, блядь, и кливнул меня, нахуй. Парни, все видели, что он подъебало? Ну, в момент смерти, да. Ну, все. Нахуй ты лежишь подъебало. Так, блядь. А что повлекло ему, чтобы он стал подъебало? Это уже второй вопрос. Это, блядь, не мои проблемы. Это уже, блядь, селёдки. Файрезист, кнопка. Глю. Оставляю это, если прачено. Остальные разберите. Арислин, забери этот. Танковскую, ринда, ДД. Шкаф тыкните. Нихуя три шкафа, блядь, там ставится. Уже это в перевале, прям, ну минутку дайте, прям, реально. В перевале уже еду. В Иваново. Куда едешь-то? До Кражана. Тебя там еще ебало сломают, так что готовься. Это в кота не виделись.
каску и друид баф, пожалуйста, по пустам. Кнопку возьми, фарезис, пожалуйста. Арестин, там ты сказал. Ой, блядь, Степаритен, ты серьезно, блядь? Вот на полчаса скажу, ты не можешь? Вот я не знаю, насколько я, блин, сейчас надо отойти и насколько. Где-то час это максимум. Иди. Все. Ты бы ничего. О, ничего, прием. Где в этом вуду ману настроить, блядь? Полоски и там вот эта хуйня в полосках где-то. А вот мана бар. Рад встрече. О. Возьмите. Так, ну он подойдет же к этому? Чё будет ферри тут? Не знаю. Он сказал, хуй знает через сколько. Что это? Давай, Арчи, на полпат. Ну, блять, я про... Мы про нуба имели в виду. Да, на мануку. Давайте, ладно, похуй. Маничел, они суманец. Забанен. Язык значит. А? Все сегодня.